Что это, как думаешь? Бедолага, короче, в сетке застряла. Повесил сетку, короче, такую. Это то, что на рыбалку поехали, чтобы вот такие ребята, не залетали вовнутрь, в радиатор. Все, лети, ты свободна. Видишь, в сетке застряла, живая. А если б не сетка, ты бы уже там это... того самого. Ну, лети уже. Давай сюда иди. На цветочек. Да что ты? Я тебя подкину, наверное, что-то ты. Лиса, ты чего не вылазишь? А? Со своего этого чемоданчика. Всем привет, друзья. Приехали мы на водохранилище свое, Ириклинское, местное наше здесь. Вот. Попробуем тут половить на донке. Как здесь они себя проявят. Вот сейчас замешаю прикормку, закину. Будем ждать результата. Вдоль берега здесь какая-то небольшая тинка такая образовывается. Люди есть, полно людей по всему побережью, скажем так. Очень много отдыхающих, рыбаков. Вот. Ну и мы, естественно, тоже не остались в стороне. Решили отдохнуть, пожарить шашлычка, рыбки половить. Вот. Ну, если будет клевать, естественно, поймаем если рыбу, это будет классно. А так сам процесс, самое главное, вот этого ковыряния в рыболовных снастях, готовка. Вот на лодке люди поехали судака, наверное, ловить. В общем, приступаем рыбалки. Сегодня я с женой и с кошкой нашей. Шотландская прямоухая. Очень злая кошка. Вот. Брали с собой ее на рыбалку, когда она была котенком еще. Тут вот взяли ей переноску, купили. Поводок. Вот. И взяли с собой ее. Пусть тоже, так скажем, отдохнет на природе. За бабочками там понаблюдает. На природе, в общем, в травке поковыряется. Ну все, всем приятного просмотра. Надеюсь, это место нас порадует, так как оно для нас новое. Абсолютно мы здесь ни разу не были. Вот. Все, рыбачим.
Лиса, водички надо ей налить попить, да? Будешь водичку пить, лисенок? Ну, вон она. Короче, будет у нас на той донке опарыш стоять. Здесь будет червяк и кукуруза с клубникой, короче, она. Вот. Ладно, давайте посмотрим, что экспериментируем. Короче, на Вайлдберрисе взял такую штуку поджмых. Сейчас попробуем закинуть, посмотрим, насколько она эффективна. А то, может быть, старые там дедовские эти получше, чем вот эта резиновая какая-то пластмасска, резина. Посмотрим, сейчас закинем. Что, в лоб не дадут? Попробовать можно, экспериментировать. Закинул, в общем, две донки. Тут у меня на опарыше стоит два опарыша. Здесь червяк. И второй крючок горох там со вкусом клубники, что ли, типа. Вот. А здесь жмых на Вайлдберрисе. Купил эту приспособу, куда жмых вставляется. Вот. Закинул, посмотрим, что будет. Подсак новый лежит. Кто-то нам говорит, купите подсак, а то у вас, говорит, все рыбки крупные сходят. Вот купили подсак. Теперь надеюсь, крупные рыбки у нас не будут возле берега отрываться и уплывать. В общем, вот такая вот здесь история. Все зеленое, прям не знаю. Возможно, из-за этого и клёва нету. Непонятно. Вот, ладно, мы будем продолжать дальше отдыхать, а эти пусть стоят, может быть, что-то клюнет интересное. Не будем терять надежды, будем ждать поклевки. Вот такой горох взял я, горох клубника. Готовая насадка для рыбной ловли. Не помню, сколько. Почем мы ее купили, не помнишь? Короче, не спрашивали, просто купили. Вот. Ну, что у меня здесь? Опарыш, червяк. Вот. Жмых. Макуха. Такая вот, чеснок. Будем пробовать, посмотрим, что получится. Экспериментируем. Эксперимент нужен. Рыбаки мы новые. Опыта набираемся. Что, как, на что, где, как, когда, во сколько, почему, зачем. Вот. Ну все, ждем поклевки. Кто-то плескается, да, слышала? Mm-hmm.
что, полчаса прошло у той, да, посередине которой. Со жмыхом пусть, я думаю, стоит, да? Конечно. Нафиг ее. Там попозже достанем, посмотрим, что случилось. Раз что там ее размыло, она там, блядь, растаяла, не знаю. Пойду я по центру, который с червяком, с горохом перекину. То же самое одеть, наверное. Угу. А чем, может, мало ли, да, чем этот водный царь есть какой-нибудь? Кто там водный царь? Посейдон? Чем Посейдон не шутит? Может, он мне сейчас кита какого-нибудь на крючок прицепит? Ладно, пойду перекину. Чистить пошел от травы. Иди руками лови в реке. Ух ты, ух ты. Подсак? Подсак? Давай, подсак. Тише, тише, тише. Опа. Так, чё, поймали первую рыбку, да, свою? Угу. Сорожку. Время. Здоровую. Так, мы здесь с утра, время без 24 градусов. Короче, на опарыш клюет. На опарыш? Да. Ой. На кукурузу. На нет? Кукурузу, да, по-моему? Не, на опарыш, да. Я вытаскиваю уже крючки. 26 градусов показывает. Короче, вот здесь, видимо, как подтопило, там деревья, кусты всякие, короче, торчат. Первая поклевка, когда была, я вытаскивал. И об кусты, об дерево, видимо, там она зашла или что, короче, сход был. Сейчас вот вытащили, ну и подстраховались, раз купили подсак. Короче, вытащили рыбку, нормалек, все. Перезакинул. Рыбачим, в общем, дальше. Все. Да? Нормалек. Это дело надо кофем отпить. А шашлыки не все. Рано еще? Ну и шашлыки, да, можно пожарить, в принципе. Ну все, сейчас давай продолжаем отдых.
Все, мяско жарим, да? Угу. Рыбку как бы это. Кстати, на макуху была поклевка, вытащила, ничего не было. Неожиданная, да, поклевка была? Ну, может, ночью поймается. Посмотрим. Вкусняшка, да? Mm-hmm. Раз не клюет, будем трапезничать. Что еще делать, да? Приятного аппетита. Тебе приятного аппетита. Здесь провисшие. Есть что? Да. Стоит только сесть покушать. Да? А расслабь, может, уплывет или заплывет. Что, лезть придется? Лезть придется. О, смотри, прыгает там. Ветка какая-то приплыла, смотри. Или была. Сорожка. Язёк, по-моему. А, язёк. Ой. Что-то дёрнуло, да, один раз? Угу. Тишина. Пусто? Есть кто-нибудь? Хорошо. За кусты цепляется. Кто это, как думаешь? Так, это ясь. Ясь? Да. Плавники красные, нижние. Ну да. Я тоже думаю так. Третья рыбка, да? Ага. Ну, не считая бычков. Ну да. Третья. Молодец. А рыба есть? А? Подсак сзади. Мне спуститься? Молодец. Ты спишь, что ли? Лис. Кс-кс-кс-кс. Короче, смотри.
Ну все тут, наверное, вытаскивали, да? Два раза клевала. Два раза? Угу. Не пойму, в траве или что? Короче, тащу либо рыбу, либо травку. Либо рыбу с травкой. Либо рыбу с травкой, ага. Что-то мощное, по-моему, идет, слышишь? Да? Готовить подсак? Все, посмотрим. Сыр. Трава. Он, походу, отцепился. Наверное. Эх. Короче, смотрите. Вот тут эти вот ветки, вон всякие деревья. Тут, видимо, как вода поднялась. А, ну вон деревья вообще растут. Да. Я здесь как-то выдергивал. Особо не смог эти деревья выдернуть. А по факту вот рыбу тащишь, она, короче, это отцепляется от них, то есть срывается. Сейчас еще покажу дерево в воде. Вот тоже затоплено все. Ты что, девочка, здесь скучаешь, сидишь? Нормально. Вот. Короче, поставил так ради эксперимента, опять же, один горох на донку. И это. Сейчас поклевка была, один раз дернула. Интересно, да? Я же вообще типа опарыши там, ну, может, кукурузинку, а этот горох с клубникой, короче, поставили. Он сейчас дернул что-то. Сейчас понаблюдаем еще. А туда этого. Не именно горох вообще, когда вот так один раз дернет, вытаскиваешь, а это. Типа нет никого, короче, там. Сейчас подождем, потому что если сядет, то он там на крючок, то сядет, начнет там это. Сейчас подождем. Еще, короче, если сейчас начнет прям дергать, то все, пойдем вытаскивать. Только, короче, сказал про горох, на пенопластике он клюет. Опять один раз дернуло. Вот, вот на эту сейчас дернуло. Горох посередине. Макуха крайняя стоит. Макуха что-то дергала, короче, вытаскивал, нет никого. Опять закинул. Позже новую поставлю это. В ночь, ну. Короче, клюет. Клюет, но осторожно почему-то клюет. Рыбы есть, он поймал, сколько там их, штук 5, да? Да, и тут, и, короче, видимо, тут хищник гоняет эту. О, вот это он. Это наш садок. А, наш. Да. Морду, это наш садок, они там плещутся. Не порвали бы они садок там, нет? Там же эти мальки плавают. Мальки, да, но тут их или окунь, или щука гоняет. Кто, я не знаю, вдоль берега вот тут. Полно прям. Я не знаю, если, короче, мы как в прошлую рыбалку поймаем, вот леща, езя таких... Ну, которые здоровые, вот мы как поймали, мы этих отпустим. Если не поймаем, ну, я не знаю, там что. Что-то возьмем, да, там пожарить. Или засушить, не знаю. Да пожарим, наверное. Так возьмем на раз чисто, нет, наглеть не будем. Остальных отпустим. Сам процесс вот этого отдыха, рыбалки, так скажем. Вот. Ну, все, сейчас будем смотреть вот эти две удочки. По разу, короче, на горох и на пенопластике. Да? Ну да, сейчас я отключу, короче, они будут клевать. А, наблюдаем. Тоша, мне куда садиться? Ты за шашлыком, что ли, пошла?
Ну все, стемнело. Комары. Рой комаров. Гудят вообще. Как эти. Прям слышно, что рой тут прям комариный. Вот. Удочки оставил. Спать будем ложиться до утра. Утром проснемся, может кто что попадется, там посмотрим. Всем доброе утро. Время 4:47. Холодновато на улице. Вот. Пойдем донки проверять, посмотрим, может, за ночь что-то клюнуло там у нас. Так, ну что у нас тут? Стоят. Ой. Попробуем вытащить. Посмотри, что там есть вообще. Если же есть. О, что-то. Зацеп, что ли, было? Зацепил я зачет. Ну-ка. Пусто. Одни пенопластики висят. Ой, блин, прохладно, конечно, с утра вообще. Ну-ка, здесь что? Проверяем эту. Хоп. Опа. Тоже. Пусто. Че я тут на жмых ставил? Давайте тоже проверим. Тоже никого нету. Но эти два крючка. А, ну все крючки отвалились. Ой, ладно. Давайте перезабрасывать. Тут у меня пенопластики, они с чесноком у меня здесь лежат. Уже, наверное, год. Опа. Год точно лежат уже, наверное. Сейчас мы сюда один. Вот так вот. И такой вот. Цвет желтый, ваниль. Тоже сейчас попробуем. На этот пенопластик там с чесноком, тут ваниль. Экспериментируем потихонечку. Вот так. Нормально. Ой, комарья сколько вот здесь. Ой, вода теплая. Вообще. Парное молоко. Куда-нибудь сейчас, наверное. Так. Вон туда, наверное. Там вообще, я не пойму, мелко что ли такое ощущение, как будто. Как будто вообще, я не знаю, только упало уже все. Ну
уже на дне, так скажем. Что-то камера, короче, затупила. Этот пенопласт закинул, который потом и паржа закинул. И на пенопласт ясь клюнул сейчас. Вытащил его, он, удочка лежит. А это не записалось, в общем, ничего. Ладно, рыбачим дальше, что. Бывает и такое. Все кукурузу, что ли? А, пенопластик. Поклевка опять. На пучок опарыша. Психанул, 5 штук повесил. Да. Подождем. Подождем. Нету, да? Лиса, там рыбка клюет. Лиса, под машину не ходи. Кс-кс-кс. Берег вообще ужасный. Здесь больше не будем на таких местах останавливаться. Лиса. Кс-кс-кс-кс. Получишь. Как-то так умудрилась. Красиво, да? Да вообще. Что с тобой? За жопку поймалась. За рот и за жопку, да? Одну закидывает, вторая клюет. Да, Тошечка? Лиска. Сейчас, короче, это одна рыбка там всплыла кверх пузом, блин. И это я говорю жене, типа, все, короче, рыбка всплыла. Надо ее это, давай пожарим, типа, это. Сейчас почистим ее, пожарим. Только сказал, короче, а она, блин, ну, несколько, сколько, минут 5, может, да, чуть больше там плавала, короче, и это. Я говорю, давай пожарим.
И все, она, короче, услышала это дело, короче, перевернулось. И он плавает, блин. Капец. Тоже, да, вот так вот? Только сказали про то, что мы ее сейчас пожарим, раз она всплыла, короче, карпузом. Ну, это сразу перевернулось, короче, и плавать начало. Ну, совпадение, понятное дело, да, так как будто бы это... Типа услышала. Да, на сковородку не хочет. Все, домой, да, собираемся? Угу. Хватит. Хватит рыбачить. Хорошего. Хорошего помаленьку. Ези, да? Угу. Здорово. Все, домой. Да? Да, домой поехал. Ну все. Отдохнули, порыбачили, едем домой. Ловился ясень, сорожка. Вот. Ловился у меня в основном на пенопласт. Пенопластовые шарики эти. На опарыши что-то так не особо, скажем. Вот отдохнули хорошо, шашлык пожарили, овощи пожарили. Вот. Кошку выгулили. Кошку, да, выгулили. Прогулялась кошка. Второй раз в жизни, да? Один раз мы ее брали с собой. Да не один раз, несколько раз брали ее с собой, когда она маленькая была. Сейчас долго мы ее не брали. Она сейчас уже взрослая кошка. Тоже с нами на природе отдохнула. Ну вот, такая получилась у нас рыбалка, отдых семейный с кошкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот, будем снимать дальше рыбалку, природу. Всем пока. Всем до встречи. Смаливайте куры, да? Разлетались тут, да? Давайте, пока мы вас не перераздавили. Не перекуропатили. Пока не перекуропатили вас. Да шустрее давайте. Бегите уже, блин. Чего вот надо, да? Не видите, что?